Добрый день, а может быть вечер, а может быть утро. И сегодня я, Ольга Орлова, лайф-коуч и тренер женской риторики, хочу вам сказать те слова, которые точно так же, как и вам, хотела бы сказать себе. Итак, 2014 год, год лошади от нас уходит. И очень важно для того, чтобы двигаться вперед, подвести итоги уходящего года. Года, в котором наверняка были какие-то очень интересные и знаменательные события. И для того, чтобы вспомнить, что же было в этом году, я предлагаю вам достать лист бумаги, проставить 10 цифр столбиком и записать 10 событий, 10 мест, где вы побывали, 10 событий, которые с вами произошли, 10 великих дел, которые вы сделали в этом 2014 году. Я уверена, что у вас их на самом деле не 10, а гораздо больше. И думаю, что вам придется выбирать, строго отбирать, что же вы запишете. Для движения вперед важно помнить то, что с вами уже произошло, то, что вы уже сделали. И вот на листе А4, на белом листе, на белом снежном поле написать те 10 самых главных событий вашей жизни, которые произошли в 2014 году с вами впервые. Ну, а потом, конечно, переворачиваем лист и там пишем 10 прекрасных целей на 2015 год. Что вы хотите? О чем вы мечтаете? Что вы желаете? Позвольте себе это сделать на полную катушку, не стесняя своих желаний. И тогда, возможно, Вселенная, ваши близкие обязательно помогут вам исполнить те желания, которые вы хотите. Конечно, придется поработать. И если для этого нужно приложить какие-то усилия, я думаю, вы обязательно это сделаете. Но единственное, что когда это будет написано, вы будете точно знать, что же вы хотите. И очень важно, чтобы эти ваши цели были экологичными, сформулированы не от чего-то избавиться, а чего-то получить, чего-то достигнуть. И вы почувствуете вот это состояние, как же я себя буду чувствовать, когда у меня это будет. Если для того, чтобы получить что-то из желаемого, вам нужны дополнительные навыки, ну, например, навыки ведения переговоров, навыки публичных выступлений, навыки знакомства, я готова предоставить вам свою помощь. Мой тренинг «Эффективные коммуникации для успешных женщин» для вас. Именно на нем я готова делиться всеми своими знаниями, всеми своими наработками в направлении эффективных коммуникаций. Итак, с наступающим Новым годом! Приходите на курс, и я буду рада с вами познакомиться и работать динамично, активно для того, чтобы все ваши желания, все ваши цели могли осуществиться легко, радостно и к вашему счастью и счастью ваших близких. С наступающим Новым годом! С вами была я, Ольга Орлова, лайф-коуч и тренер женской риторики.